Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Disciples 2. Так, ну и как вы... Ага, вот они оттуда идут. Все, мы нашли, кажется, столицу нежити. Сейчас пойдем ее брать. Ну, точнее, может, не в этот прям ход. Может, еще через ход. Ну, неважно. Но уже скоро пойдем ее брать. Так, ты давай тут активно отхватывай землю. Потом туда полетишь. Так. Угу, тут уже у наших замков преимущество начинает расти наши замки. Ага, это тоже на нашей земле. Так, вот это посох укладчик этих, поэтому я его убью. Не пожалею. Я не знаю, если столица, она прям... Слушайте, давайте ману отожмем. Вот эту. Ангел еще один. Давай, иди, короче. Ты ж долетишь? Да, ты долетишь. Сразу отожмем эту ману. Заодно и разведку сделаем. Так, давай, беги сюда, герой. Ага, вот тут вот замок. Блин, вечно ты не добегаешь. Ладно, давайте я посохом путника ускорим. Чтобы... Да не важно, на самом деле. Ну, ускорим посохом путника. Так, захватили еще один замок. Ага, вот тут еще посоха. Ну ладно, не буду нанимать их сильно много, потом ими контролить тяжело. Так, ты дошел наконец-таки. Давай тут кради. Да, он что хочет, то и кради. Так, ты беги, куда бежишь. Так, у тебя ходы кончились, у всех ходы кончились. Так, все, герой, ход пропускаем. Отлично, сейчас мы с нежитью разберемся, возьмем их столицу, и останутся у нас одни демоны на карте. И все, кто с шпиона кто-то закинул к нам. Так, ну демоны уже не так долго ходят, это радует. Блин, этого шпиона еще облетать надо. Так, ладно, ничего страшного. Шпикля команд. Это разру... А, нет. А, да, здесь кто-то уже побывал. Подождите, а где же столица-то? О, Тарглаш. Навсегда добавляет 15 очков здоровья. Сколько? 800 стоит? Да я куплю. Мне уже лень. Мне уже... О, кстати, стопы. Я-то куплю. Вот мне, например, вот это не надо. Уже у нас знамя покруче есть. Вот этот бриллиант мне не надо. Этот сапфир мне не надо. Всякие вот эти шняги мне не надо. Вот это мне тоже не надо, шняга. 30 очков чума. Вот это мне не надо. Чума мне тоже не надо. Все, отлично. Так, сейчас я эту бутылку отдам герою. Держи. 178 у него. Слушай, у тебя нормальной жизни. Так, все, еще один торговец мы взяли. Так, где же столица? Не... Ага, вот он какой-то флаг, что оно там? Это столица, да? Нет, это просто замок. Ну, давайте отхватим замок. Вот тут даже герой сидит. Может, какой-то лут будет? Лут будет? А, еще? Давайте свитком путника апнемся. Так, нападаем. Ну, тут первый уровень защиты. Так, отлично. Взяли замок. Не, никакого лута. Так, ладно, бежим дальше. Быстрота. Где же столица? Где же столица? О, тут наша мана. Так, там... А, походу, вот тут столица. Внизу. Так, у вас ходы чё? Нету ходов? Нету ходов. У тебя есть, да, два хода? Блин, а то, что ты тут воруешь вот это вообще беспонтовая шняга. Ты лучше иди он на разведку. Так, ты беги, герою, неси лут. Может, когда-нибудь ты и добежишь. Так, ты давай тут летай, открывай карту, заглядывай куда только можно. Ой, я на кого-то напал. Эпично. Ну ладно, бывает. Ничего страшного.
Так, я оба раза кастовал быстро туда. Ну, все, пропускаем ход. Пропускаем ход и... ждем-с. Обнаружен шпион, которого к нам заслали. Хорошо. Опять заслали шпиона. О, это кто такой идет? Ага, хрен ли тут они столица. Одешина тогда. Ну, она же я. Она же не может быть где-нибудь здесь. Так, убери этот жезл. Сейчас хоп, это на таком клочке столица стоит. Да нет, этого не может быть. Или да, или это столица. Лол, это столица. Ха-ха. Не, ну нифига себе, здрасте, приехали. А я еще не пойму, откуда они тут взялись. Так, ладно, давайте сохранимся. Но у нас уже все прокачанные, поэтому тут столицу будет легко взять. Так, давайте. Хотя инициатива нахуй не нужна. Но я все бабки, ну, которые есть у меня, так что можно наверняка. Святую броню. Святую броню. Так, все, да? Сколько это у нас? 40 брони, да? Тут 90, тут 71. 71. Так, держите, короче, вам по вот такой бутылке. Все, 70 брони, 71. Я думаю, 70 нам вполне себе хватит, чтобы... Ну, конечно, хватит. Так, ну тут все понятно, в принципе. Сейчас будет браться столица медленно, но верно. Вот, верно, но медленно она будет браться. Хотя вот параличилки... А, ну все, их же мой герой снял. Эти будут захиливать каждый ход. Тут, в принципе, все понятно. Эти будут бить. Ладно, я тогда опять ставлю паузу и потом ее возьмут, продолжим. Так, ну и вот последний удар по столице. Фух. Последний захил. И еще наши дядьки апнулись. Отлично. Фух. Фух-фух-фух. Так, мы покорили расу нежити. Так, замечательно. Давайте... Ох, сколько нашей маны. Вот это проперло. Вот это вообще круто. Так, все, давайте теперь сносить всех остальных. Где ускоритель? Вот ускоритель. Ну, я имею в виду... сносить остальные их. Вот этих, кто остался. Ух ты, а тут сильный, кстати, герой. 11 уровень, вы посмотрите. Но... он ничто по сравнению с нами. Защита от земли. Слабость. Сфера, талисман. 75 урона. Все. Слабенько. Так, все. Ну, вроде бы это все нежитевские эти. Чупс дикие. Так, ход, я так понимаю, можно пропускать, да? А, нет. О, вор! Беги-ка ты к той башне заклинаний. А ты с лутом беги к герою. Ну да, куда-то сюда беги, нормально ты бежишь. Так, ты тут разведку проводил. Все разведала, замечательно. Так, ну все, ход можно пропускать. Вот можно пропускать. Ага, здрасте, я ваша тетя. Летит этот чувак. Отравил отряд наш зачем-то. А, ну это он таким образом самоубийца. Чтобы, да? Да. Так, давайте тут еще одну посохолкладчицу купим.
Я даже ей, пожалуй, не буду покупать всяких этих сквайров. Так, пойдемте дадим по башке. О, давайте шпиона закинем сначала к ним. Так, заслать шпиона. Посмотрим, кто тут у нас летит. Ониксовая горгулья, блин. Откуда ты ее и взял? Вопрос. Ладно, давайте убьем пока вот этого чувака. Так, ну тут... У нас уже... О, апнули сети до 7-го. 170 жизней. 91 лечение. Ну это пипец. Это просто нереал какой-то. У нас просто убер сильные сейчас войска. Так, и разрушенный храм еще не исследован. Ладно, я его обязательно исследую, но мне сейчас надо вот этого убить, чувака. Чтоб он не взял город. Чтоб потом опять не пришлось его обратно отвоевывать, всю эту лабуду, всей этой лабудой заниматься. Не хочу. Поэтому убиваю. Так, а теперь можно вернуться и к храму. Так, ты беги куда-то сюда. Подожди, ты герой. А, у тебя, кстати, тоже две банки есть. У тебя тоже есть что передать главному герою. Ну, две банки воскрешения, конечно, они уже не актуальны, но мало ли. Могут хилера застрелить, еще там что. Что-нибудь такое. Да нет, сюда не лети, там эти сработают. Наверное, туда лети, в ту сторону. Подлетишь, глядишь... И польза какая будет. Так, все, ангелы все сходили. Можно ход пропускать. Замечательно. Замечательно. Так. Блин, отравляет все время мой отряд. А ты со сквайером, слышишь? Давай его убьем. Чтобы он не отравлял отряд. Все отлично. Убили. Так, короче, теперь ты кинь палку, естественно, сюда. Ну, вот так кинь. Ну, там потом земля дорастет от палки. Потом туда кинешь. Так, а ты слетай, вот посмотри, что там еще. Может, там тоже какая шахта есть. Так, ты здесь разведку проводи, ладно. Так, сейчас воры, главное. Вы куда-нибудь сюда, короче, припаркуйтесь оба. К вам сейчас герой подойдет. Вот так вот будет норм. Так, а ты вот так вот подойди. И давайте совершим обмен. Так, все из вора перекидываем. Мы там дальше разберемся. Что нам пригодится, что нам не пригодится. Так, это я из нижнего перекинул. А, нет, ну все правильно, короче. Так, и беги. Беги сюда. Беги сюда, давай быстроту на себя вешай. Не стесняйся. Завоевывай. Что тут в этих руинах? Ну, по всем 70, это несерьезно. Когда-то, может, и было серьезно, сейчас несерьезно. 300 золота и сфера лича. Я вас умоляю. О, это сатир. 66 и урон ядом. Прикольный зверек. Так. Давайте еще одну быстроту. Блин, как хорошо, что я нашел это заклинание. А? Мы с ним столько обходим. Так, все, еще одних положили. Ну, я так понимаю, туда тут русалка, но сюда уже смысла нет идти. Надо уже идти в ту сторону. Так, кстати, воры. Вы вообще бегите куда-нибудь туда. Ты тоже подбегай. Так, ангел. Ангел, собственно... А, во, а ты лети сейчас, тут разведку проведешь. Так, а ты... Ну, я не знаю, куда ты. А ты... О, беги куда-нибудь сюда, что ли. Так, все, пропускаем ход. Пропускаем ход.
Нежити этих мы повергли. Они ходят... О, кстати, а чё я парюсь? Нафиг мне вообще разведка, ребята? Где свет дня? Свет дня. Открывает карту. Кастуем. У нас же теперь есть... Ой, а чё не хватает? Жизни. Маны рун не хватает. Фига себе. Я думал, у нас их много. А у нас ее немного. А, ну я ж каждый ход, блин, кастую эту шнягу. Уже потратил. Я что-то думал, у меня прироста больше, чем я кастую. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Сейчас надо тогда вот эту шахту взять еще. Ну давайте, да, давайте. Все, все. Понятно, вы там превращаетесь, все такое. Так, бежим сюда. Воры, воры, вы сюда бежите. Да, 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 ты тоже давай сюда беги. Ага, ты не можешь пройти, да? Блин, фигово. Хоть героем сюда. Ну ладно, давайте сбегаем. Ладно, пофиг, давайте я даже быстроту не пожалею. Пофиг на то, что у нас эта мана заканчивается. Сейчас мы еще посох путника поставим. Ну, дважды кастанем. Посох путника. Блин, вот это я понимаю, расход 400. А что там 75 по 150 тратим? Там у нас должно уже расти больше. Так, все. О, это, кстати, тренировочный лагерь. Так вот, ты теперь лети туда на разведку. Все, ход можно пропустить. У нас мана рун, сейчас посмотрим, сколько у нас мана рун прирастает. Ага, вылетел говнюк. Сколько мана рун прирастает? Мана рун как раз 150 и прирастает. Утер демон, меня воротит от одного вашего вида, жалкие прихвостни. Мне придется разделаться с вами самому. Такие, чувак, не вопрос. Сейчас мы только тебя разделаем. Сейчас мы вот этого твоего говнюка уничтожим, который тут непонятно зачем прилетел. Первый уровень. Так, давайте убиваем его. Все, готов. Кстати, давайте, наверное, посохоукладчицу здесь купим. Пусть летит вот к этой манеру. А ты чё, ты туда не можешь пройти? Я не понимаю. Туда что, проход как-то в обход? А, да, наверное, отсюда про... А, или подожди, знаете, откуда? Отсюда, наверное, проход. Вот, да, вот тут, кстати, застава стоит и мана огня. Ну, скоро наша земля захватит это все. Так, а ты давай лети тогда сюда, открывай, что тут. Так, а ты лети сюда, посмотрим, что здесь. Так, ты кидаешь палку. Ой, а тут нельзя кинуть палку, да? Блин, нигде нельзя кинуть. Ну ладно, вот тут кинь. Она постепенно будет дорастать. Туда земля. Смотрите, как защищена мана. Так, ты давай беги туда, куда бежал. Так, ну все, можно пропускать ход. Давайте следующий. Не, я все-таки хочу накопить, сколько там стоит открыть карту. Сейчас мы организуем это дело. Блин, вот сейчас вся земля соединится и единым фронтом начнет туда расти. И тогда все будет круто. 700 голды ежедневно нам приносятся. Это ж офигеть, какие бабки. А вот он и Утер там стоит. Ну, видите, кольцо, да? Такое. Ну, мы сначала возьмем их столицу, если она у них есть. Я сначала пойду... Ты тогда убегай отсюда. А, я сначала пойду гляну, что в той башне заклинаний. Тут это еще орки что-то, огры что-то охраняют. Так, ладно. Загоняем обязательно. Сейчас сначала вот этих пробьем. Хочу глянуть, что в башне заклинаний. Так, ну, тут все понятно. Людоед, огр. Мага,
короче, хороший и нехороший выбор. Так, все, сейчас можно будет уже, кстати, кастануть эту ману. Чего ты на меня кастуешь? Что, нападать, что ли, собрался? А, вот, Утор уже пошел биться. Кстати, подождите, это не Утор, это Владыка. 1187, да вообще до фонаря. А я что-то думал, это Утор. Так нет, это Утор. А что только Владыка? Или Владыка это и есть? Да он что-то сильно слабый для Утора. А ну подожди еще раз. Утор демон это? Так там же тоже Владыка. А где там Утор? Я что-то Утора там не... Ой, куда я, кем я? Да блин! Так, ну ладно, давайте. Что-то я не понял. А ну подожди. Утер демона. Ну, давайте нападем. Я не помню его характеристик. Давайте нападем. Он, короче, как этот, как столица хренячит. 165 по всем, но только у него нету... Но только у него нету брони. Но так он бьет сильно. И этот 83 по всем. Это кого-то превратить может. Так, ладно, давайте тогда мы на этом этот выпуск и закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.